Здравствуйте, высота 102, о новостях Волгограда и области. Программа капремонта на этот год в части замены лифтов пока так и не дошла до большинства включенных в план домов. Игроки Академии «Ротор» стали основой межрегиональной сборной «Черноземья» на первенстве России по футболу. 75 красных дубов высадили сегодня на Мамаевом кургане представители Кабардино-Балкарии. Годовая программа благоустройства дворов Волгограда подошла к логическому завершению в виде открытий с музыкой. Сегодня в Волгограде в торжественной обстановке при участии представителей власти отметили завершение благоустройства в первом дворе. Всего в этом году должны обновить 43 территории внутри жилых кварталов. По случаю первой ласточки, как выразились сотрудники администрации во дворе дома номер 2 по улице Аллеи Героев, устроили целый праздник. На реализацию проекта формирования комфортной городской среды в Волгограде в этом году было выделено 300 миллионов рублей. Ход работ по благоустройству дворов областного центра все лето был под личным контролем главы администрации города Виталия Лихачева. Он устраивал внеплановые инспекции и разносы слишком медлительным или некультурным подрядчикам. В ноябре власти приступят к формированию новой пятилетней программы. В нее могут попасть около 200 волгоградских дворов, пока неуютных и мало обустроенных. Многие дома Волгограда, вошедшие в программу капремонта на этот год в части замены лифтов, могут остаться ни с чем. 2017 на исходе, а региональный оператор фонда капремонта лишь в конце сентября объявил конкурс на отбор подрядных организаций. И то не для всех многоэтажек, жители которых очень ждут замены лифтов. Пожилой человек поднимается на 9 этаж с палочкой, которая уже под 80, за 80. 6-й этаж больная женщина, я знаю, очень. А все равно приходится ей идти. Вот она так и потихонечку наверх, вниз. Ну, конечно, мы ждали, но ничего нет. Ничего нет. Подробная ситуация в лифтовом хозяйстве Волгограда, заложниками которой стали сотни жителей, в том числе ветераны Сталинградской битвы, в воскресной информационной программе «Взгляд с высоты». 75 красных дубов были высажены сегодня на Мамаевом кургане на территории мемориального комплекса героям Сталинградской битвы. Саженцы привезли из Кабардино-Балкарии земляки воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Всего в составе Красной армии было 70 тысяч кабардинцев. Я сюда приехал первый раз в жизни, когда я сегодня ходил вот по этой святой земле, у меня на душе был какой-то особый трепет. Мы хотим, чтобы частица добра жителей Кабардино-Балкарии присутствовала на Мамаевом кургане. Наши предки, которые участвовали, представители Кабардино-Балкарии, которые участвовали в Сталинградской битве, они тоже были горды нами. Кабардинцы уверены, что красные дубы отлично приживутся в волгоградской земле. Они устойчивы к разным климатическим условиям, растут долго и застанут не одно последующее поколение. Первенство России по футболу среди межрегиональных объединений стартовало на стадионе «Олимпия». Команды, в которых играют спортсмены 2000 года рождения, приехали в Волгоград со всей страны. Турнир сегодня очень серьезный, вот, очень такой престижный. И для Волгограда это большое событие на самом деле. Это играют сборные команды субъектов федерации, межрегиональных федераций. То есть это сборные Дальнего Востока, Урала, Сибири, Москвы, Юга, ЮФО, да, вот из Северо-Кавказа, Северо-Запада. В общем, на самом деле престижнейший турнир, плюс это выпускной год, что важно. То есть это будущее нашего всего профессионального футбола. Вот здесь элита сливки, которые выпускаются, самые лучшие ребята, которые будут через год-два уже играть в профессиональных клубах. Основу межрегиональной сборной «Черноземья» составляют воспитанники Волгоградской академии «Ротор». На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Московской области, Северо-Запада, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На этом все. До свидания.